21 марта отмечается Всемирный день поэзии. Центральная детская библиотека продолжает акцию «Юбилейный марафон у поэтической табуретки». И сегодня мы хотим вспомнить стихи, которые были написаны 90 лет назад. Поэт, писатель, публицист, литературный критик, переводчик, журналист Корней Иванович Чуковский известен всему миру своими стихами и сказками для детей. И вот сказки «Федорино горе» и «Телефон», стихи «Чудо-дерево» и «Путаница» были написаны 90 лет назад. А теперь еще одно стихотворение. Это стихотворение «Путаница». Прочитаем, Никита, немножечко? Да. Замяукали котята. Надоело нам мяукать, мы хотим, как поросята, хрюкать. А за ними и утята. Не желаем больше крякать, мы хотим, как лягушата, квакать. Свинки замяукали. Мяу-мяу-мяу. Кошечки захрюкали. Хрю-хрю-хрю. Уточки заквакали. Ква-ква-ква. Курочки закрякали. Кря-кря-кря. И воробышек прискакал, и коровой замычал. А что случилось дальше, вы наверняка знаете. А кто не знает, приходите в Центральную детскую библиотеку. Почитайте стихи Корнея Ивановича. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов это 5 или 6. Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. Чудо-дерево. Как у наших упорет, чудо-дерево растет. Чудо, 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 раз чудесное. Листочки и цветочки на нем? Нет, чулки и башмаки, словно яблоки. Федорино горе. Скачет сито по полям, а корыто по лугам. За лопатой метла вдоль по улице пошла. Топоры-то, топоры, так и сыплются с горы. Испугалась коза и растопырила глаза. Что такое? Почему? Ничего я не пойму.